na 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 na. Я специально выключил, что ты на-на-на-на-на, и твой голос будет на-на-на. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанёк, Тони Старк, ОЛТВ. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Привет. Всем привет. ТСМЛ ТВ. Ребятушки, сегодня очень крутой ролик и крутая игра. Игра называется Scrap Mechanic, и у нас подборка музыкальных построек. Если тебе текушите, приятного аппетита, а мы начинаем слушать офигенные постройки. Погнали. Ребята, надеюсь, вы поставите лайкосик и подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. И напишите в комментариях, кто первый напишет, с какого мультика эта музыка, сразу поставлю в начале ролика и лайкну. Погнали. Слушаем внимательно и пишем. Делал погромче игру, чтобы было вам слышно. Пацаны, не подсказывать. Есть еще постройка, похожая на эту, она более круче сделана, но я не нашел. Народ удалили. До припева не дойдет, окончится. Все? Правильно, кто написал, что это с мультика Gravity Falls? Вы красавчики. Ой, что-то мы забагали постройку. Стойте. Короче, будем по старой схеме их взрывать, правильно? Да. Готовьте оружие, стреляйте по бомбам. Я буду убегать подальше. Так, я стреляю. Давай. Все, отлично. Ребята, ставлю следующую постройку, она еще будет круче. Сейчас у нас будет очень крутая подборка построек, поэтому досмотрите ролик до конца. В конце будет даже постройки, где можно делать самому музыку. И мы, как всегда, Гусанёк постарается сделать какое-то говно. Поехали дальше. 3, 2, 1. Погнали! Надеюсь, не сильно громко музыка стоит, не сильно громко запилил скрап-механик, но хочется именно послушать такие вот всякие постройки, потому что, знаете, люди старались, сделали, хочется показать им. У меня очень давно выходил ролик по музыкальным постройкам, ну, добавили новые, поэтому хочется снять еще с новыми построечками. Какого фильма эта музыка? Какого-то. Я сразу знал, что вы очень умные пацаны, поэтому я взял на ролик. Ребята, не забываем лайкосик поставить. Я такой же самый умный, как и вы. Ты не расстраивайся особо. Я не расстраивался. И припев. Круто. Но она длинная, кстати. Будем ехать до посинения, пока мы ее все не прослушаем. Но направляемся. А, давайте посмотрим, далеко еще ехать. А, мы уже, считай, больше половины проехали. Осталось чуть-чуть. Поближе камеру, чтобы было слышно прям музыку нормально. Эй, вы что деретесь? Кстати, не хватает, знаете, что в скрафт-механике должны еще добавить? Чего? В творческом режиме. Это жизнь. Ну, было бы круто. В этом же есть выживание. А в творческом режиме нет. Правый глаз чешется. Ролик попадет в тренды. Хорошая примета. На самом деле, это неправда. Не слушайте меня. Потому что он уже автоматически попадет в тренды. Тут уточка уже посинела. Все, доезжаем, ребят, осталось чуть-чуть. И следующая постройка будет вообще крутая. Там сейчас будут новые постройки, которые я не знаю. Эти две я точно знал. Сейчас будут постройки, которые я ни разу не слышал. Прикольно, да, все равно, как для скрап-механика, прикольные низкие есть и басики такие. Да. Что там еще до конца? Все. Айди Тандер. И... музыкальная шкатулка. Ой, музыкальная постройка. Погнали. 3, 2, 1. Вот что-то тоже знакомое. Прикольно. Прям погромче сделал, чтобы было прям классно слышно. Так это же популярная песня. Панде. А, я знаю ее. Я старый, не знаю. А, еще... Гусанёк, спой, ты же знаешь эту песню, ну пой. Давай. Я забыл.
Прикольно, какие-то звуки, шипения. Терефанде. Да, все правильно. Терефанде. Терефанде. Ну, так у Санёк же, я не знаю, на самом деле, как там. Будет терефанде. Давайте посмотрим, долго еще. А, осталось чуть-чуть. Третья часть осталась. А вот я то упираюсь в эту... А чё я... Это Саня. А, Гусанёк, ну ты мешаешь. А что я? Ты толстый. Ты толстый, Гусанёк. Я не виноват, что хлебом его ел. А ты от хлеба поправился? Хлебная жаробасина. Гоша, пойдёшься там своё. Всё, концовочка, ребятушки. А вы заметили, что ядерная какая-то штука там стоит? На моей постройке. Это вы поставили, да? Нет. А вы не сможете ее взорвать? Надо, в скорпионике есть своя технология их взрывания. О, еще будет крутая постройка. Боже, вам она так понравится. Кстати, надо идеально расставить ноты и еще идеально подобрать скорость. Да, и сколько это времени занимает? Это очень долго занимает. Ну, а музыку, в музыке разбираться, чтобы это сделать. Ой, это популярная песня. Сейчас дальше будет, там когда будет уже перед перепевом круто сделано. Люблю такие ролики, когда необычно, знаете, когда обычно мы там стреляемся, убиваем, а тут именно музыкально. Знаете, это тоже по-своему очень прикольно. Записать что-то такое, что другие не записывают. Это именно... Ну, и мне интересно это делать. Надеюсь, вам тоже. Конечно. Давай-давай, Гусанёк! Плохо здесь снимаю анимации танцев. Гусанёк бы уже тут без трусов бы танцевал. А будет дальше прикольно. Так, сколько мы проехали? Еще долго. Меньше половины. Она потому что как бы целиком сделана. Сейчас дальше будет, там вообще будет именно посередине очень круто будет там сделано по нотам. Сейчас начнется припевчик. А давай, Гасуня, как там ты пел в той песне? Давай, припей. Ой. Я не знаю эту песню. Архандер фар. Лайки, ставьте лайки. Думал, что все постройки в один ролик войдут, но что-то они не входят. Я будет припев. Че там, не успеваешь своей жопой? Давай остановлю, залазь. Ну давай ноты, ты видишь, гудят, поехали. Даже вот эти колокольчики сделаны. Мне очень нравится эта музыка. Честно, ну очень. Классно сделано же. Прикольно. Ну. Очень необычный ролик. Люблю такое что-то необычное. Опа! Ребята, сейчас уже конец. И будет следующая постройка. Сейчас уже будем ставить постройки, где можно музыку самому делать. Прям диджеем себя почувствовать. Так, концовочка. О, да. Пацаны, да. Вы готовы быть слушателями? Я сейчас сам все запилю. Поехали. А мы? Я буду именно классно делать. Смотрите, я уже выучил ее уже. И? Давай тут. Прикольно, да? Классно? И давай-давай, диджей, наяривай, поехали! Ха-ха-ха, я специально выключил ты! На-на-на-на-на, и твой голос будет, а на-на-на! Ха-ха-ха!
Давай, давай. А что, больше мы ничего не можем не сделать? Кстати, она будет лучше звучать, если ее взорвать. Давайте еще чуть послушаем. Ой. Ты пел, она уже взорвалась, не понравилось. Постройка, как ты поешь. Так, следующее у нас. Вот это мне постройка очень понравилась, какая-то странная. Давайте мы ее включим. Вам не кажется, что это какая-то странная кабака? Ну это из Team Fortress песня. Так, вот это мне понравилась построечка. О! О, ребята, сейчас мы будем тут музычку клепашить. Главное успеть. Ой, ого. Ой! Я буду кругами ездить, чтобы недалеко уезжать. Еще надо тут двумя руками же. У меня вот того эта штука лагает? Нет. Синяя. Давай, давай, Дима. Ой, ой, ой. Что я жму фонаря какую-то фигню? Ну стой! Давай, давай, давай! Движушка! Где бы у тебя гусонек такой в реальной жизни? Да. А что вы там мне говно какое-то зеленое прицепили? Это бомба. Ну новая машина, ну что вы делаете? Это за то, что хлеб не отдаешь. Да. Так какой тебе хлеб? Твой хлеб за. Да ты и так толстый, куда тебе хлеб еще? Так, вот такая у нас еще есть постройка. Только я ее, походу, не проверял. Сейчас мы проверим ее. Проверил? А, проверял. Такс. А мы на ней не смогли на ней играть. Мы ее проверяли, но играть на ней не смогли. Не очень, да, что-то было? У нас просто музыкальное образование, ну, такое, как бы. А, я нажал, знаешь, как совпало? Я нажал кнопку зеленую, ты ее взорвал. Как будто самоуничтожение было. Ну и давайте, напоследок, так как у нас построек много, они войдут на два ролика. Сейчас мы напоследок очень крутую и классную постройку поставим. Я ее вообще не проверял, я даже не знаю по названию, что это за постройка. Поехали. Ну мы поняли. А что не едет? А, двигатель выключен. Поехали. Куда, куда? Стой, стой. А вы ускорили двигателя! Стой. Да вы ускорили, ну что вы здесь, кто ускорил двигателя? Стой. Так вы же двигатель, я не могу остановить! Ну что вы сделали? Пацаны, помогите! О, хорошо, там сапоги есть. Куда? Я так и не понял, что за постройка довольно-таки неплохая, я так понял. Я ее за 5 секунд просто проехал всю. А может она накосяченная просто вся? Куда? Ну давай попробуем еще раз. Вообще заработала. Во, заработала. Наверное, потому что Саня будет. Что это такое? Че за. Что-то из 80-х. У меня такое ощущение, я могу тоже такое построить. Ну, Дим, даже лучше. О! Тоже. И что это? Просто... Мы не знаем. Да зато прикольно. Зато эта постройка тут досит мой компьютер. У меня 3-13 класс. Ребят, напишите в комментах, я не знаю, что это. А вот что это бомба. Ой. Ой, бери это. Чё за отстой? Я не понимаю, что за музыка! Да её никто не знает. Тут просто блок накидал и всё. Как джаз какой-то, да? Я не может знаю, что это. Может это джаз. Куда побежал ты? Да, я понял, это какой-то джаз.
набор звуков, такое ощущение. Если вам понравилась эта серия и эти музыкальные постройки, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного настроения и всем пока. Давай, гусанек. Ты сейчас...